нас пересадка. Пробую два турецких десерта. Первое – это пахлава, а второе – это катмир. Let's try. Собственно, такой вот у меня аутфит. А мы сейчас в Стамбуле, у нас здесь пересадка, 12 часов. Мы приехали в ресторан покушать. Сейчас, думаю, пойдем прогуляемся на набережную, потому что она совсем рядом. И поедем в отель. Заселились в наши апартаменты, которыми я безумно довольна. Они находятся в самом центре Мадрида, в 5 минутах ходьбы от парка Ретиро. Хочу вам сейчас их быстренько показать. Это входная зона. Здесь есть кухня маленькая, обеденный стол, телевизор, диван. Это спальня. Также тут есть рабочий стол и место, чтобы повесить одежду. Это ванная комната, и неотъемлемый плюс этой квартиры – это стиральная машина, гладильная доска. Сейчас мы уже пойдем обедать, но хочу быстренько рассказать вам про мой look of the day. Это шорты Экру, ремень Валбери, сумка Прада, топ Страдивариус. Сейчас гулять в главный, мне кажется, парк Мадрида, парк Ретиро. Здесь рядом основные достопримечательности города. В целом парк очень красивый, много зелени, деревьев. Смотрите, какая красивая фотография. Разговаривают. Я прям максимально наслаждаюсь этой поездкой. Мы сейчас идем на центральную улицу Гран-Виа. Просто посмотрите. Мы гуляли по городу, наслаждались
его невероятной архитектурой, зашли в очень красивую церковь и потом пошли в музей, Центр искусств Королевы Софии. Он считается одним из лучших в Мадриде, но, если честно, я не очень поняла работы, представленные там. Это было современное искусство, работы Пикассо, Сальвадора Дали. Но я ожидала просто, наверное, чего-то другого. Сейчас мы идем в кафе пообедать. Здесь, которое рядом находится, хотим попробовать вкусную паэлью. И просто посмотрите, как здесь красиво. Пришли в Сангинс, это место, куда я очень хотела зайти. Это очень популярное место среди многих селебрити и звезд. Например, вот кого я нашла, это Наоми Кэмпбелл, где-то еще Мэрилин Монро. Огромная очередь. Попробовали мы знаменитый чурос. Было вкусно. Ставлю 8 из 10. Купили в Страдивариусе просто джинсы моей мечты. И топ очень красивый, с капюшоном, в стиле Сен-Лоран. Все покажу вам дома. I'm so happy. Мы сейчас пойдем в Зару и Бершку. Я думаю, это будет одна из лучших Зар, в которой я была, потому что это испанский бренд. И здесь должны быть самые новые классные вещи. Мы уже вернулись в апартаменты, и сейчас я хочу вам показать то, что мы сегодня купили. Сегодня случился очень удачный шопинг. Начнем с того, что я купила в Бершке. Первое, это очень красивая кофточка с рюшами. Она стоила всего лишь 18 евро. Очень красивые детали, такие вот рюшечки, рукава. Ее можно носить как на пляж, так и на повседневной основе поверх, например, топа бандо. Будет очень красиво и с джинсами, и с брюками. Супер вещь. Следующая из Бершки, это вот эта вот кофта. Она из такой выстиранный. Мне кажется, это сделано под джинсу. Оверсайз я взяла в размере M. Очень приятная, не супер теплая. Считаю, очень классно. Далее. Страдивариус. Очень универсальная футболка, просто белая, с голубой надписью в M размере. Далее. Это просто мой фаворит, наверное. Очень красивая кофта, опять же, из Страдивариуса, с капюшоном, такая в стиле Сен-Лоран. Здесь у нее невероятно красивый вырез. И вот здесь такая вот кулиска, можно регулировать то, насколько она будет сидеть по фигуре. Супер красивый топ, я его обязательно в этой поездке буду носить, как, наверное, и все вещи, которые мы купили. Джинсы моей мечты, мне кажется. Я взяла их в 38 размере, чтобы они были максимально широкие, как я люблю. Они loose white fit, то есть они супер широкие. Очень красивый цвет джинсы. Я давно себе такие хотела. Они сидят на низкой посадке. Супер. Следующее, это тоже джинсы Страдивариус, но они уже более прямые, но тоже широкие, свободные, тоже на низкой посадке. Это еще одна футболка, просто базовая, белая, с черной надписью в таком шрифте, мне он нравится. В Заре я купила крутые брюки с полосками черного цвета, они из хлопка стопроцентного. Очень классно они сидят, хорошо держат форму. У меня есть буквально точно такой же пиджак. Я считаю, это отличный мэтч. Возможно, даже получится носить их в школу. Брюки. Они из вискозы. Очень приятные.
на лето, очень легенькие, классные. Далее, это рубашка в пижамном таком стиле, в полоску голубую. Думаю, вы видели такое на Pinterest, очень красиво, и с шортами, и с брюками. Она оверсайз в M размере. И невероятно красивые брюки из Zara, они серебристого цвета, с такими накладными карманами из вискозы. Очень красивые, они мне напоминают Fendi. По-моему, это все наши покупки на сегодня. Сейчас мы уже поможете спать и встретимся с вами завтра. Очень рекомендую вам это место. Здесь невероятно вкусное мороженое и макаронсы. Нам дали попробовать такой вот смузи. Мы пришли в испанский фуд-холл. Здесь очень много красивой, вкусной еды. Все дают попробовать. Советую вам обязательно сюда зайти и попробовать мороженое. Королевский дворец. Здесь просто невероятно. Look at this.